В нашем городе система такс-фри будет работать только в международном аэропорту Сочи. Это общемировая практика, когда иностранец, приобретя товар на сумму не менее 10 тысяч рублей, может вернуть себе налог НДС, который обычно берут при покупке любого товара. В международном секторе С и VIP-терминале аэропорта уже установлены указатели такс-фри. 10 апреля в аэропорту Сочи начинает работать в тестовом режиме система возврата НДС Tax-Free, предусматривающая возможность возврата 18% НДС пассажирами, не являющимися гражданами стран Евразийского экономического союза. Акцент в первую очередь сделан на гостей чемпионата мира по футболу, который откроется через 2 месяца. Поэтому система Tax-Free рассчитана на участников и болельщиков международных турниров. Посетив сочинские магазины и сделав большие покупки, они получат специальный чек, который нужно предъявить перед вылетом. В аэропорту иностранец сначала регистрируется на рейс, затем по указателям находит специальную стойку, где представитель таможни фиксирует факт вывоза товара. Он должен быть упакован с бирками и этикетками. В мои обязанности входит проверить товар и проставить необходимые таможенные отметки на чеке такс-фри. Затем багаж уходит на сортировку, а иностранец уже в обменном пункте получает возврат НДС. Есть и другой вариант, когда чеки с отметкой таможни можно опустить в почтовый ящик оператора и возврат НДС получить на карту. Система Tax-Free не распространяется на покупку алкоголя и табака. Она пока начинает действовать в 3 городах России, а с 1 октября заработает по всей стране. Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.